Привет! Это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам интересные факты про корниш Рекса. Активные, общительные, очаровательные и очень добрые корниш Рексы – кошки, привлекающие внимание нестандартным внешним видом и замечательным характером. Экзотическая внешность – не единственное, чем эти животные могут удивить. Мы подготовили для вас 6 интересных фактов о представителях данной породы. Корниш Рексы возникли в результате генной мутации в 1950 году в английском графстве Корнуолл. Именно в честь родины представители породы получили название корниш. Затем к этому слову присоединили другое – рекс – общее название для всех кошек с волнистой шерстью. Корниш Рексы известны своей энергичностью и игривостью. Эти кошки идеально подходят для активных людей и больших семей с детьми. Представители породы обожают играть, разучивать трюки, гулять на поводке и даже путешествовать. Эти мяукающие любят быть в движении. Корниш Рексы – разговорчивые питомцы. Тихони среди представителей этой породы встречаются крайне редко. В зависимости от желания показать ту или иную эмоцию, корниш Рексы способны по-разному менять свой голос – от еле слышного мурлыканья до громкого мяуканья. Корниш Рексы не переносят одиночества. Эти кошки обожают людей и очень преданы своей семье. Представители породы нуждаются в постоянном общении. Без него они могут впасть в настоящую депрессию. Заводить таких питомцев стоит людям, которые готовы проводить рядом с представителями породы значительное количество своего времени. Корниш Рексы крайне недоверчивы к незнакомым им людям и животным. Они хорошо уживаются с питомцами, которых знают с самого детства, и обожают всех членов семьи, в которой живут. Но вот к чужим людям и животным им нужно время привыкнуть. Поэтому не удивляйтесь, будучи владельцем представителя породы, если ваш корниш Рекс будет не любить приемы гостей в вашем доме. Корниш Рексов температура тела выше, чем у других кошек. Нормальной для представителей породы считается температура в районе 38,5 градусов. Отчасти именно этой особенностью объясняется крепкий иммунитет корниш Рексов и хорошая продолжительность жизни. В среднем эти кошки живут от 12 до 15 лет. Корниш Рексы удивительные животные, и необычными их делает не только нестандартная внешность, но и особенности характера, физиологии и даже происхождения. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!